Такие занятия малышам по душе. В землянички это уже вторая музыкальная встреча. Всего же программа «В гостях у музыки» рассчитана на 7 занятий, по одному в месяц. Работники филармонии уверены, за это время дети научатся слушать и слышать музыку. Начинают обучение пока с простых мелодий. И когда музыкант вводит по струнам этим смычком, звук получается красивый, напевный, выразительный и долго-долго тянется. Развить в детях чувство прекрасного, помочь лучше понимать ее язык и образы – такую задачу ставят перед собой музыканты. Впечатления, самые такие, которые остаются навсегда, наверное, в нашей памяти, это именно детские впечатления. Одни для себя открывают что-то новое, и это навсегда остается в их сердце, в их душах, ну, в их памяти. И поэтому они очень откликаются и на музыку, и на то, о чем им рассказываем мы во время этих концертов. Дети активно участвуют в беседе, отвечают на вопросы и с большим интересом слушают виолончель и скрипку. Очень надеемся, что в будущем, возможно, будут не только слушатели, но и музыканты выйдут из наших стен и на полюбившийся инструмент будут играть. Очень надеемся, что будет такой результат этой работы. По завершению этих музыкальных путешествий в филармонии состоится большой симфонический концерт, на котором организаторы будут ждать своих маленьких слушателей, прошедших целый музыкальный курс. Они очень надеются, что дети научатся слушать не только современную музыку, но и станут настоящими ценителями шедевров музыкального искусства разных эпох. Мария Колычева, Даниил Дурхисанов. Новости дня.